В мое отсутствие Рустам оскорбил Олиного папу. Как я тебя оскорбляю? Оля, я не буду. Ну скажи, скажи слово, какое я говорю в твой адрес. Гомосексуалист, так это данность. Что? Это не оскорбление. Нет, Оль, послушай меня. Ты вообще понимаешь, о чем ты сейчас, что ты сейчас несешь? Рустам, я ты понимаю, про кого прекрасно. Сейчас говорила? Про своего папу? Я не пойму, или папу, что? Папа. А? Папу его не трогай, понял? А, нет, Олечка, я драться с тобой не буду. Я не буду с тобой драться. Я подошел к нему и попросил публично извиниться. Рустам отказался. Мне кажется, что, как он сам любит повторять, мы тут играем на разных полях, и то, что он говорит здесь, это не касается каких-то действий там, моих или кого-то еще за периметром. Мне кажется, оскорблять Олиного папу тоже это очень некрасиво, крайне некрасиво. Я тебя еще раз прошу, если ты это сделаешь публично, то никаких мер в отношении тебя я принимать не буду. Ром, мне твои меры известны, я тебе еще нет, раз говорю. Нет, ты ошибаешься. Я не буду, я не позволю тебе вообще никаких маленьких даже движений в свою сторону. Если ты думаешь, боксер, что ты мне, что ты подойдешь и ударишь меня из-под тишка, как раньше, ты ошибаешься. Я буду тебя бить, пока не убью. Если ты подойдешь, если ты там подойдешь ко мне и будешь хотя бы чуть-чуть мне на что-то намекать, я буду бить тебя, пока не убью. Я буду бить тебя, пока не убью. Завтра я буду бить будет... тебя, пока не убью. Ребят, и тебя, дура. Да. Так, Рустам, я прошу. Нет, Диана, сука. Нет, я тоже... Я тебя вызываю на дуэль. Я буду бить тебя, ты пока не убью. Ты одеваешь шлем, перчатки. Никаких дуэлей. Нет. Да, тогда нет. Пошли за периметр. Так, прекрати. Прекрати. Рома, Рома, в чем дело-то, а? За периметр. Пошли. Рома, не надо. Так, Рома, я не понимаю, в чем дело вообще. Что происходит? Пошли за периметр, чувак. Так, ребят, я устала уже каждое лобное место повторять одно и то же по поводу ваших драк, по поводу нападов на Рустама. Ну что с вами творится? Ксюш. Если вы действительно хотите устроить там какую-то дуэль, да, это возможно. Все, завтра Рустам отказывается. А что значит отказывается? Он сейчас меня оскорбляет, я его никак не оскорбил, Рома, ни одним словом. Я еще раз говорю, я предлагаю одно, либо мы взаимно игнорируем нет, друг чувак. Друга, либо я буду оскорблять на каждое оскорбление в три раза сильнее. Да кто тебя оскорбляет-то? Вот так вот. Я тебя сейчас вы никак начали не оскорбляю. Это, еще раз говорю. Ни одним словом. Не надо. Ну, не давайте, надо. Примем, еще я раз говорю давайте тебе. Давайте будем честными, а не они начали. Рустам, ты все-таки тоже... не лыком шитый, да, и насколько я понимаю, с твоего первого дня пребывания здесь начались оскорбления. Я еще раз говорю, показываю исключение старого дома, где Оля своим прекрасным ротиком говорит, он гей. Еще раз повторяю, для вас я гей. Ты можешь... стоя, карлик, понимаешь? Рома, еще раз Рома, все, хватит. Это будет тебе уроком. Это будет тебе уроком. Это будет тебе уроком. Сука. Это будет тебе уроком. Это для уроки. Это будет уроком тебе. Получил? Получил? Да я прекрасно себя чувствую. Сука, ну пару раз я тебе... Я уйду, если меня выгонят. Но за каждое твое гнилое слово... Ром, я умоляю тебя, Ром! В периметре, ты вне закона. Мне все равно на ты тебя. Ты вне закона. Мне все равно, Ром. Все. Я думаю, ты усвоил свой урок. Да. Усвоил. Да ты усвоил. Я не начинал эти грязные оскорбления. Я не начинал. Скажите, я его сегодня оскорбил хоть как? Нет. Нет, я не оскорбил. Не прав. Все. Нет, силен, признаю, силен, брат, но пару раз я вмазал. Супер. Супер, отлично. О, видите, все довольны, нормально. Все, нормально. Руки...